Изя, Изя, что ты стоишь? Ты же мне говорил, что вы с супругой уже давно никуда не ходили. Так сходите на войну. Боже, Леня, дались тебе эти персы. Слушай, может, они просто постоят и уйдут? Но зачем их провоцировать? Изя, ты же совсем тупой. Ты же не понимаешь, что они нанесли нам оскорбление. Мы должны или отомстить им, или погибнуть как герой. Знаете что, Леонид Абрамович, вы совсем не умеете мотивировать людей. Лично я уже точно никуда не пойду. Да что же это такое? Вы что, не понимаете, что я им уже сказал, что мы их всех убьем? А вы знаете, что еврейцы всегда держат свое слово. Ну,